Всем привет! С вами канал Артмания. Пишите, как у вас дела, как у вас проходят дни, какая у вас погода. У нас вот такой снег. Как-то вот сюда заходишь, я зимой здесь была. Была елка наряжена. Много снега. Сейчас ничего нет. Вот тут красиво. Мне очень нравится, когда желтые листочки, желто-зеленые листочки лежат на земле. Зеленая травка и снег. Не знаю, это, знаете, что-то напоминает, как будто на даче живешь и выпал первый снег. Я думаю, сейчас у нас на даче, там в саду, наверное, очень красиво. Зеленая травка, наш газончик. И первый снег. Ну, не первый, он уже по счету какой там. Здесь, например. Я надеюсь, что меня слышно, рядом дорога. И дорога в последнее время почему-то становится очень шумная. Мне кажется, что раньше, лет 10 назад, не настолько была шумная. Там вон кустик. Желтенький и снег. И снег вокруг него. Мамы с колясками гуляют, кто живут рядом. Они, наверное, тут прогуливаются. Хоть какое-то ощущение сквера есть. Хотя, честно говоря, этот сквер, здесь вон там он живут бомжи. Летом мы ходили с вами сюда гулять, они там собираются, выпивают. Но сейчас-то, наверное, никого нету, понятное дело. Но все равно чуть-чуть зашла сюда побыть.
находимся мы с вами в Гудке. Дома. Смотрите, что я купила. Я купила единорожку. Большую-большую единорожку купила. Вот. Немножко, кстати, маловатый он все-таки оказался. Ой, где она? Вот она. Вот она мордашка. Так, не вижу. Зеркало опять уже грязное. Вот здесь такой рог классный. Мне очень понравился. Вот, ушки такие, все, вот именно вот такой расцветки, это был последний. Вот, у меня, по-моему, я взяла М-ку, более жарко, кстати, в ней. Это, наверное, ходить, когда холодно. Вот, была другая расцветка, побольше размер, но мне она не понравилась. И был еще светленький, такой белый, и там какие-то звездочки розовые, такие нежно-розовые. А мне понравился вот этот, прям классный. А Диме я тоже купила, вы увидите потом уже во следующих влогах, кого же я купила ему. А вы пока напишите в комментариях, каким зверьком будет Дима у нас. Как вы думаете? Обязательно напишите, мне будет интересно. Вот, тут, кстати, есть, он полностью на молнии, вот тут тоже молния. И здесь молния, чтобы, видимо, когда очень холодно, и чтобы его полностью не снимать, можно было сесть на унитаз. Снимаешь там, ших, и садишься. Короче, классно. Хвостик даже есть. Там были еще тигренок. Сначала думал тигренка взять, но думаю, как-то все-таки это как-то просто. Как на улице вот бумажки раздают, там тигрята всякие, эти Пикачу. Синий зверек какой-то, серого какого-то зверька приносили. Здесь вот такие вот косточки нарисованы или какие-то овальчики белые, что ли, на сером фоне, короче, не знаю. Вот. А, был еще крокодил. Крокодил. Вот, я, кстати, в прошлом году приходила в этот магазин, искала крокодила, но не было. Были, маленький был набор. А в этот раз я даже не собиралась покупать, просто думала, зайду, посмотрю, что как. Вот, ну, немножко даже он маловатый немножко. Мне хотелось, чтобы он подлиннее был. Ну, в принципе, так вот, ничего, так прикольно. Но я еще только-только вот прибежала домой,
только вот зашла. Может, поэтому еще мне жарко. Вот. Либо, может, это одевать чисто на голое тело, прям, наверное, скорее всего, без всяких. Ну, трусы, понятное дело. Вот, и мне нравится рог. Вот этот тут прекраснейший рог. Но я хочу его золотым сделать. Я пока шла, думала, где же мне взять золотую ткань. Здесь, кстати, носик там. Где мне взять золотую ткань, чтобы его золотым обделать. Вот, классный такой, очень мягкий, очень нежный. На молнии вот тут вот. Ну, полностью, то есть, сколько он стоил там? 1099. Вот. Кигуруми. Штрих-код, если кому надо. Вот. А детский стоил где-то 899 или 800 просто. Или, ну, дешево, короче, как-то вот так вот. Ну, конечно, у меня фона нету, чтобы спокойно это все заснять. Вы видите, чем у меня Дибочка занимается. Вот, теперь я ему одену такую вот штучечку. Это, наверное, будет еще вдвойне смотреть, когда он будет... Что-то у меня тут сползает. Когда он будет там на заднем фоне у меня копошиться. Конечно, надо было паучком все-таки покупать. Ну, такой вот у меня есть фон только. А вот где меня видно. Короче, вот так наконец-то я себе купила. Давно хотела, думала, кого же. И сегодня я подумала, ну, у нас сейчас единорожки модные. Почему бы и нет? Вот. Так вот она выглядит. Там не расстегнуто. Вот. У меня рост 165, поэтому М-ка мне немножечко все-таки маловато. Надо было следующую брать. Но следующей уже не было. Поносим и этот. В принципе, так вот он нормальный. Тот бы, наверное, висел очень сильно. Так, сажусь я кушать. У меня тут бардак. Не обращайте внимания, просто лень убраться. Буду кушать я сейчас пиццу, половину пиццы я сейчас разогреваю, потом разогрею вторую половину. А, показать, что я хотела. Смотрите, вот это вот лимон просто из-под воды, которому сутки. А вот это вот лимон, которому тоже сутки, кстати, из-под кока-колы. Есть разница? Смотрите, какой он стал ужасный. Не то, что он грязный, он какой-то прям вообще такой противный стал. А тут, смотрите, какой нормальный. Как кока-кола портит наш организм. Вот. Хорошо, что я вчера купила пиццы две. Потому что сейчас время уже, кстати, 7-8 час вечера. Я с трудом большим дошла. Ну, короче, сейчас чуточку попозже вам все-все расскажу. Чего я, где была, как я была. Сейчас я только покушаю, хорошо? Моя пицца. Так, это вообще другое. Здесь оно нафиг не надо. Смотрите, как оно выглядит классно. Разогрелась 30 секунд и готово. Можно на месяц накупить 30 штук и разогревать потом. Только не испортится.